такого человека зовут Лингуль. Я так понимаю, назвала ее посольство. Так, и сейчас она исполнит песню ее любимой группы, и моей, в общем-то, тоже. Называется она «Рейнбо». Я думаю, вам это тоже группа нравится. Конечно, и нам она нравится. Вот отлично, будем играть песню «Стоунг». Это что, «Стоунг»? Да. «Амора». Я очень похож? Конечно. «Либо, либо, аморе, аморе». «Море потом». «Море потом», да, «море потом». Но! На, на. Стоунг! Теперь мы очередь дошла, по-моему, до самого главного. Кошмар недели.